Скандал в полку полиции по охране диппредставительств. В анонимном письме его сотрудники сообщают, что заместитель командира Александр Черный занимается поборами с посольством. Он якобы выставляет личный состав на охрану различных протокольных мероприятий, за что получает вознаграждение. Кроме того, требует с дипмиссии подарки, элитный алкоголь, продукты питания. Полковника в полку прозвали Тарасом Бульбой. Сотрудники заявляют, что он выкладывает в соцсети фотографии со статусами «Слава Украине», «Героям слава». В общем, проверкой по всем фактам займется ФСБ и Главное управление МВД по Москве. Мы направили информацию и в ФСБ, и в МВД, чтобы и там разбирались, и там. Потому что он работает в структуре, которая связана с дипломатическими представительствами, с иностранными разведками фактически. И я считаю, что такому человеку даже вот за такие фотографии, даже не то, что там написали про него, может, это написали неправду, вот возможно, но вот именно за такие фотографии, я считаю, человеку не место в органах внутренних дел. Я не говорю, что в тюрьму надо сажать за это и так далее, но в органах, тем более на руководящей работе, им не место.